Onanatichi. Anahantingo sinna ish. Bea. Ashla na lego a azago. Dije nashtoi to ashchad. Yegishta. Hey. Eyes on Kazuhira. A message from the parasites. Всем привет, дорогие подписчики и гости канала, с вами снова Зарбаба, и мы продолжаем проходить игру Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Ну что ж, дорогие друзья, сезон охоты открыт. Сейчас мы отправляемся на поиски легендарного шакала. Попробуем сейчас его поймать. Я думаю, с дедогом это будет просто. Да, дедок? Я думаю, он со мной полностью согласен. В эту сторону и идти. Ну что, дедок, давай показывай мне шакала. Легендарный он будет или не легендарный? С медведем, в принципе, было немножко попроще, да, со снайперки мы его, по-моему, 3 или 4 выстрела, и он уснул. Как шакал себя поведет, я еще пока не знаю. Ну, погладь пса. Вот. Так, мы уже сейчас в самом центре, да? А, нет, мы не в центре вообще. Территория поиски шакала очень огромная. Вот, цель. Да что ты будешь снайперку доставать? Есть. Вот и все. С шакалом было попроще. Наш красавец. Хороший песик, хороший песик. Так. Шакала поймали, так что возвращаемся на базу. У нас, кстати, там есть фотография, которую мы собирались показать пас, но там была кат-сцена, после которой она уснула. Так что я думаю, нам сейчас придется вернуться, показать ей фотографию, а потом отправимся мы с вами на поиск еще одного с главной базы 9-летней давности. Открылась миссия эта дополнительная.
получим еще одну фотографию. И после опять отправимся к ПАС. Так что, наверное, я вас не буду томить. Посадка вертолета и всем остальным. А встретимся уже непосредственно уже у ПАС. Привет, ПАС. Ну, фотография у меня тебе есть. One of the group birthday parties. They are something to look forward to every month. Miller was so funny at this one. When is the party this month? Last month was... Oh, I cannot remember. It was... And then I... No, that is not right. But I am an angel of peace. I am a student. Oh, I am so tired. I will just lie here a while. Ну что ж, отправляемся спасать следующего с главной базы летней давности. Увидимся уже на миссии. Итак, миссия немножко поменялась, я не могу понять почему. Задание с эвакуацией с главной базы 9-летней давности человека куда-то пропало. Вот было и уже испарилось. Зато у нас появилась информация, что дети, которые находились на нашей главной базе, они сбежали. И появилось два задания дополнительных по возвращению этих детей на базу. Так что я взял это задание и сейчас будем искать пропавших детей. Попробуем их вернуть. Сторону. О, это у нас вообще получается, знаете, бывший этот нефтяной завод. Только там теперь вертушка еще летает. Каким образом она вообще здесь оказалась? Может, они тоже детей ищут? Ладно, ускоримся. Может быть, их захватили в плен? Так, шакал мне не нужен. Вертушка. Мне не нравится, что здесь вертушка летает. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Так, бак уничтожен. Но контейнеры, кстати, есть. Ну что, забираем этого дружка нашего. Да что ж ты, снайперку надо. Ага.
where your friend. The map has been updated. You gotta extract him. Так, вижу, тут два контейнера у нас есть. Вертушка мне совсем не нравится. Разлеталась прям по полной. Ух ты, блин. Так, ладно, нормально. Лежим. Ой, да ладно, ты еще раненый, что ли? Хочешь сказать, я не могу тебя на Фултоне эвакуировать? Вроде детей-то я могу. Да, могу. Просто я не знаю, один ли он здесь, или будет еще. А, выполнено. Отлично. Так. Можем уходить, либо сходить за контейнерами. Как вы считаете? Я думаю, что нам стоит сходить. Давай, Снейк, давай. Так. Мне немного непонятна ситуация, что есть такое дополнительное задание эвакуироваться вместе с контейнером.
Я могу это сделать, интересно. Да. Эвакуировался вместе с контейнером. Ну и сваливаем. Раз задание мы выполнили, отправимся тогда мы с вами на следующую эвакуацию следующего ребенка. Задание, по-моему, с детьми пока только два. Так что вызываем вертушку. И встретимся с вами уже в следующем задании по эвакуации детей. Не буду я вас томить тем, что буду добегать до этого вертолета и улетать. Так что увидимся уже на месте, на миссии. Итак, у нас вторая миссия по спасению детей. Как уже мне понятно, в этом замешан у нас Элай. То есть белая мамба. Как-то он резко поменялся, Элай. Посмотрим, что с ним будет, какая его будет судьба, какая будет его история. Как он развернется в сюжете. Это будет интересно посмотреть. Так, эти не заметили, это хорошо. Куда ж ты? Слази. О. Так, шлемы выполнены, задание. Так что давайте сразу отправим на следующее. Внешнее. Ну, давайте сотрудников набирать. Так, дикое животное. Так, оружейник, снайперские винтовки. Это хорошо. Наверное, они, скорее всего, в доме, да? Хотя... Analysis complete. Пока вроде дедок их не видит. Ух ты. Машина, машина, машина. Они, кстати, могут быть и не в доме, где-нибудь там в лесу. А нет, в доме.
Where are your friends? The map has been updated. Так, нормально. Нормально. He's coming too. Roger that. Даже в этой части здания у нас, как всегда, блин, Снейк забраться не может на какую-то горку. Ну это вообще дебилизм. Ну как так? Не может забраться? Ладно, сюда, да, как бы этот, высоковато. Но не может забраться там, ну это вообще смешно. Просто смешно. Так, еще и дождь ожидается. Это круто, в принципе. В принципе. Только у нас везде все позакрыто. Открытых дверей нигде нет. А по трубе наш Solid Snake лазить не умеет. Так, неужели придется мне все-таки спускаться, да, и через главный вход? Не очень-то, конечно, хочется, но, видать, по-другому никак. Да он-то окей. И ты тоже окей. Вообще, самое лучшее, конечно, это вырубить электричество, свет, но... Да тут надо сюда и лезть как-то. Насколько я помню, это у нас где-то очень далеко. Показал только специалиста. Мне не специалист нужен. Мне нужны дети. Да заходи ты в... Ух, Снейк. Так, там подвал закрыт у нас.
Так, попробуем его в контейнер там засунуть. Как у нас эти ребята спускаются? Ох, и тут есть. И там спускаются двое. Ух ты, блин. А ты как здесь оказался? А, вы на машине приехали. Понятно. Да, немного посложнее будет. Посложнее в доме. Так, куда бы этого друга нам деть? По-моему, нам пора сваливать. Был, конечно, один рапид, но я думаю, это не так страшно. Так, отлично. Так, ну что, вызываем вертушечку. А. Ладно, ну а мы возвращаемся на вертушке на базу. On station at LZ!
Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр, и увидимся в следующих прохождениях. Всем пока!